В этом видео посмотрим, как можно сделать картинку или фотографию пиксельной. И сделать это можно несколькими способами. Будем использовать редактор Canva и встроенные в него приложения. Можно просто сделать картинку пиксельной. Можно создать пиксель арт. И можно сделать 3D-эффект, он называется Voxel Art, при помощи специальных приложений, встроенных в редактор Canva. На экране вы видите примеры. Итак, приступим. Для начала создадим новый дизайн. Нажимаем кнопку «Создать дизайн». Здесь мы выбираем размер либо из стандартных предложенных, либо выбираем свой собственный размер. Я выберу 1500 на 1500 и переходим на страничку редактирования. Здесь нам нужно загрузить картинку, которую мы хотим обработать. Я загружу портрет, выбираю его. Здесь подгоняю по размеру нашего дизайна. Например, вот так. И рассмотрим самый первый простой способ, просто пикселизация картинки. Нам нужно зайти во вкладку «Приложение» и здесь выбрать приложение, которое называется Pixelify. Его можно найти, либо просто пролистывая приложение, ну так, долго искать. В строке поиска набираем его название. Вот это приложение. Выбираем его. И оно сразу же обработало нам картинку. Есть здесь рычажок. Мы можем регулировать количество пикселей, насколько сильно мы хотим пикселизировать. Например, здесь вообще ничего не видно. Здесь такая сильная пикселизация, либо слабая пикселизация. Выбираем то, что нам подходит. Нажимаем Replace. И вот картинка у нас добавилась. Теперь мы можем ее либо скачать, либо же все наши картинки сохраняются во вкладочке Uploads. Вот моя загруженная картинка и вторая картинка пикселизированная. Это был первый способ. Следующее приложение, на мой взгляд, более интересное, но все зависит от цели вашего дизайна и от того результата, который вы хотите получить. Называется оно Pixel Art Studio и позволяет создавать интересные пиксельные картинки. Итак, снова переходим во вкладочку Apps, приложение, и здесь набираем его название в строке поиска. Предлагает нам подсказку Pixel Art Studio. Вот это приложение, его иконка в виде яблочка. Если вы первый раз пользуетесь приложением, у вас будет вот такая страничка, на которой нужно будет нажать вкладочку Open. И еще можно здесь ознакомиться с информацией дополнительной, что нам предлагает это приложение. Ну, тут образец, что мы можем получить. В данном случае информации очень мало. Итак, нажимаем вкладочку Open. И здесь нам нужно загрузить картинку с нашего компьютера. Выбираем картинку. Я выбрала картинку горизонтальную и для этого предварительно поменяла холст тоже на горизонтальный. Итак, вот наша картинка обработанная. И я вам покажу картинку оригинальную. И вот наша картинка оригинальная. Как вы видите, общего довольно мало. То есть это приложение, оно не делает нам пиксельную картинку, а использует нашу картинку только как референс и создает что-то совершенно свое. Но, как видите, эффект можно получить неожиданный и даже очень интересный. Теперь эту картинку мы можем либо скачать, либо зайти во вкладку Uploads. Вот она появилась, наша картинка. Оригинал здесь не сохранился. Но это, в принципе, нам сейчас не важно. Еще необходимо сказать, что это приложение только условно бесплатное. Оно нам дает в день 4 попытки. Вот у меня на сегодняшний день осталось еще 3 кредита. То есть могу обработать еще 3 картинки. Такое, к сожалению, ограничение. Здесь уже нужно либо переходить на Canva Pro, либо внизу здесь есть ссылочка «Купить больше кредитов». Давайте перейдем, посмотрим, что здесь предлагается. И здесь предлагается один день бесплатно, а потом $6 в месяц. Ну, тут уже вы сами решаете. Либо переходить на Canva Pro, либо докупать это приложение, либо пользоваться бесплатно 4 картинки в день, либо создавать несколько аккаунтов. Еще я хочу показать свои эксперименты, что у меня получилось с этим приложением. В общем-то, довольно интересное приложение. Хотя бывает, что оно не срабатывает. Вот, например, как в этом случае. Оно игнорирует почему-то и не делает картинку пиксельной. А вообще, конечно, оно мне нравится. Довольно интересные эффекты получаются. И следующее приложение, которое мы рассмотрим, называется Voxel Art.
Его особенность в том, что оно из обычного изображения делает изображение с 3D-эффектом, как будто бы созданное из кубиков. Voxel – это пиксель, только объемный. Итак, ищем в строке поиска Voxel Art. Сразу же идет подсказочка. Вот такая иконка. Можно перейти на страничку «Ознакомиться». Но здесь тоже довольно мало информации. Нажимаем кнопку «Open». И нам нужно загрузить файл. Выбираю файл с компьютера и ждем обработку. Смотрим, что получилось. Я покажу также оригинальное изображение. Смотрим оригинальное изображение. Ну, в общем, что-то такое получилось из изображения, созданного нейросетью. Данное приложение тоже является условно-бесплатным. В день дается 5 попыток. Можно также перейти на страничку, посмотреть, сколько оно стоит. Данное приложение стоит $8 в месяц и предоставляет до 100 генераций в день. Ну, естественно, это ваше решение – переходить на Canva Pro или пользоваться бесплатной версией. Давайте попробуем еще что-нибудь сгенерировать. Я выберу еще картинку с компьютера. Картинка горизонтальная, и я поменяла холст тоже на горизонтальный. Ждем обработку. Получилось вот такое интересное изображение. И давайте сравним с оригиналом. Вот такой оригинальный пейзаж. И получили такую интересную картинку. В этом приложении особенно интересно получаются пейзажи, архитектура, а также персонажи. Давайте еще что-нибудь сгенерируем. Все сгенерированные картинки хранятся у нас в загрузках. Эту я пока что удалю. Загрузим еще файл. Такое получилось интересное изображение. Давайте сравним с оригиналом. Мне было интересно, как он изобразит капельки росы. Но получилось, честно говоря, не очень хорошо. И давайте еще что-нибудь попробуем. Мне интересно попробовать картинку с попугаем. Ну, здесь мне нравится картинка. Давайте сравним с оригиналом. Вот наша оригинальная фотография. Получилась такая интересная картинка в стиле конструктора Лего. Ну что ж, я вам еще покажу свои недавние эксперименты. И на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. До новых встреч!